Здравия желаю. Итак, продолжаем опыты с супермотором. Значит, вот в этом чемоданчике этот супермоторчик. Так как он сильно гудит, я его закрыл, видите. Значит, от моторчика мы сегодня его подключаем, значит. Это, значит, зарядное устройство на 6 ампер, 12 вольт. Так. Лампочку на нагрузку ставим. Ставим сюда. И ставим, значит, на реле Амрон 0,1-0,5%. 0,1-0,5. 0,1 секунды, 0,5 секунды. То есть 1 к 5. И сейчас посмотрим, что у нас выйдет. Как видите, все резво идет, где-то 1,5 вольта, значит, снижается во время того, когда питание не подается. То есть система работает нормально и готова к применению. Я уже инвертор получил, осталось батарейки получить и будем пробовать эту вот, наверное, систему. Она маломощная. Лампочка вот на 20 ватт. Вот. Реле Амрон. Ну, схему зарисую. Так. Пока выключим. Результаты я уже замерил. Вот. Сейчас скажу, какие. Значит, 23 ватта берет эта система. Вот по счетчику замерял. Так. Выдает, значит, 60 ватт. Ну, по 10. По 10 ватт на лампочку, так, когда на полнакала. 6 раз 60 ватт. И плюс еще 80 ватт, это на движение мотора самого. То есть 140. 140 ватт. А тратит 23. Итого КПД полное 623. КПД, если взять с выхода энергии, 260%. Что вполне хватит для БТГ. То есть система, значит, проверенная. Сейчас покажу этот мотор еще раз. Мотор бомба. Вот он, маленький. Бомба. Я его закрываю, видите, у него недостаток один. Шумная. Шумная сильная система. А так все нормально. Сейчас зарисуем схему быстренько. Так. Чтобы вы поняли. Если кто хочет, тоже можете делать. Осталось сюда, к этой схеме, две батарейки. Инвертор уже есть. И будем пробовать в автономном режиме запускать. Наверное, скоро доставят. Значит, вот он, мотор рисую. Значит, мотор бомба. Супер бомба. Мотор бомба. Так. К нему, значит. Это у нас выпрямитель зарядного устройства. 12 вольт. 6 ампер. Так. Сюда идет. На реле. Один напрямую, второй на реле. Вот реле. 0,1 секунды. Это включено питание. Полсекунды, 0,5 секунды. Полсекунды выключено. Работает на своей инерции. На реактивном токе. Так. Чтобы здесь видно было, что здесь разрывается. И пока сеть. Вот тут вот сеть. В дальнейшем тут вместо сети будет батарея и инвертор. Нет, здесь инвертора не будет, это, ну да, батарея и инвертор, да, все правильно. И здесь же будет, значит, вот здесь сниматься
сниматься на вторую батарею одновременно. Как сейчас снимается на лампочку, вот, видите, провода, в параллель. Будет сниматься на вторую батарею, которая будет заряжаться. Здесь будет еще повышайка, повышающее устройство. То есть вот такая схема можете делать. Если есть вопросы, задавайте. Желаю всем удачи, счастья и здоровья.